В Нелидове сотрудники Росгвардии спасли тонущего мужчину. Прапорщик полиции Евгений Протасов и сержант полиции Семен Мазуров оказали доврачебную помощь мужчине, который пытался спасти своего товарища, но сам выбился из сил и начал тонуть. Сотрудники ведомства несли службу недалеко от карьера. Увидев у воды скопление людей, правоохранители выяснили, что один из купающихся долго не выныривает, а второй пытается его отыскать и уже выбился из сил. Через звать, чтобы уплывал на берег. Он начал уже скрываться под водой с головой. В этот момент мой напарник, водитель, разделся, залез в воду, схватил его за руку и вытащил на берег. Мы его вытащили, он вообще лежал без движения вообще. Просто силы все истратился и все. Спустя некоторое время экстренные службы все-таки нашли второго мужчину, но без признаков жизни.